В Северодвинске прошли юбилейные 10-е соревнования по легкой атлетике в памяти мастера спорта Бориса Столярова. На старт вышли спортсмены из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Николай Цып встречал участников на финише и насчитал сразу 4 рекорда стадиона «Беломорец». На старт соревнований в памяти Бориса Столярова вышли более сотни легкоатлетов со всей области. Одно из главных спортивных достижений северодвинца – 6-е место на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. 2000 метров. Такую дистанцию на стадионе «Беломорец» в рамках этих соревнований бегут впервые. Поэтому победа приятна вдвойне. Ведь любой результат автоматически станет рекордом. Дистанцию в 6,5 кругов быстрее всех преодолел северодвинец Владислав Яшин. Результат 5 минут 56 и 7 секунды. Все средняки и старые, в принципе, тренируются и готовы бежать там, грубо говоря, от тысячи там до десятки. Просто разное по степени качества времени будет. Но вот сегодня получилось 6 минут разменять. В принципе, так и настраивался. Следом выстрел и финальный забег на 60 метров среди девушек. Здесь лидер северодвинка Наталья Зайцева. Несмотря на дождь и холод, она сумела улучшить рекорд стадиона на 2/10, финишировав с результатом 7,7 секунды. Спортсмен должен уметь бегать в любую погоду, поэтому, но мне это не мешает, потому что в том году была погода гораздо хуже. Еще одно золото в копилку северодвинцев добыл Александр Шумилов. На дистанции 60 метров он опередил своего постоянного соперника Антона Никулина всего на 0,1 секунды. Высшую награду северодвинские легкоатлеты завоевали и на 100-метровке. Вероника Кабанова финишировала первой, но результат 13,5 секунд ее не устроил. Стартовалось очень холодно, мышцы все замерзли, несмотря на то, что сильно разминались. Все-таки прохладная погода. Успехи спортсменов из города Корабелов разбавил новодвинец Илья Неверов. 100 метров он уложил в 11,2 секунды. Далее еще один рекорд соревнований памяти Столярова установила архангелогородка Ульяна Агеева на дистанции 600 метров. А рекорд 1000 метров Артур Смирнов сумел обновить сразу на 5 секунд. В смешанных эстафетах у юношей и девушек победу праздновали команды из Северодвинска. Николай Цып, Юлия Куницкас, «Регион-29».